9 человек отравили с угарным газом в рабочем поселке Цильно. Двое взрослых погибли, четверо детей в реанимации. Утечка произошла в многоквартирном доме, куда за подробностями отправилась Маргарита Матюшинская. Ей слово. Следственный комитет проверяет вентиляцию многоквартирного дома в Цильне по улице Пионерской. На кадрах видно, канал забит мусором. Из одной квартиры угарный газ распространился в соседние, не пощадив ни взрослых, ни детей. Их у Григория Бойко трое, все сейчас находятся в больнице. Двое младших с мамой в средне-тяжелом состоянии, старший 15-летний в реанимации. В 3 часа ночи вся семья проснулась с признаками отравления – тошнота, рвота. Мы перед этим пожарили рыбу, и мы, наверное, подумали, что мы рыбой отравились. Все? Да. Угу. Ну, вообще был одинаковый симптом. Вот и все. А потом уже, когда там двери открыли, пришел там их незнакомый, я уже понял, что беда. И уже тут и скорая, и все были. По словам соседей, утечка произошла именно в 5-й квартире. Как видите, дверь пришлось выламывать. За ней жил 51-летний мужчина и, по неофициальной информации, занимал пост муниципального депутата. Мужчина погиб, как и его 19-летняя соседка, живущая этажом выше. Вся ее семья получила колоссальную дозу отравы через вентиляцию. Но именно организм девушки не справился с ядом. Она в Ульяновске где-то училась? На каникулы была или как? Нет, она просто к родителям приехала. Так, где она училась, я ничего не знаю. Она сюда очень редко приезжала. Именно этот визит стал роковым. Родители и младшего 9-летнего брата девушки из районной больницы перевели в Ульяновскую областную в состоянии глубокой комы. Есть небольшая положительная динамика по сознанию. Из комы перешли в состояние глубокого оглушения. Дышат самостоятельно, на кислороде, гемодинамически стабильно. Всего от угарного газа пострадало 9 человек, и причина утечки до сих пор неизвестно. Одно из предположений – неисправное газовое оборудование. Однако точное заключение дадут специализированные службы. Они работали на месте с самого утра, вместе с правоохранителями. Прокуратура Цельнинского района Ульяновской области проводит проверку деятельности должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также контролирующих органов. По данному факту Ульяновским следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. По итогам этих действий должны определить виновного. Однако здоровье и жизнь людям этот факт не вернет. Заботиться о благополучии нужно заранее, своевременно и тщательно проверяя газовое оборудование. Маргарита Матюшинская, Дамир Кубеев, Вести, Ульяновск.